Доброго времени суток, друзья, подписчики моего канала, с вами снова Михаил. Сегодня обнаружил у нас вот такую курточку Nike, утепленная курточка осенне-весенняя. Вот хотел бы вам показать ее, сделать небольшой обзорчик. Куртка не особо технологичная, верх идет полиэстер обычный, да, то есть куртка без мембраны, просто осенне-весенняя, простейшая. Размер XL-ку взял, просто там другие на складе все. Утеплитель здесь синтетический пух используется. Вот, соответственно, ценник 8000, называется она NSV Synfill Jacket HD-FZ. Вот она. Интересная курточка такая. Куртка мужская, Andy NSV STN Fill. Вот. Чем она хороша? Ну, такая, во-первых, она тепленькая. Одел сразу, да, пошел, то есть до минус 10 градусов, я думаю, она потянет. Но минус 10 это предел. То есть минус 5 комфорт, минус 10 это предел, с учетом того, что что-то надето. Вот, куртка имеет изначально флисовый утеплитель. Молния здесь такая вот белого цвета. Nike тоже белого цвета. Карманы белые. Снизу используется резинка. Манжеты тоже на резиночке. Сейчас я ее одену, посмотрю, как будет смотреться на мне. Ну вот так вот куртявчик смотрится на мне. Единственное, что размер великоват XL-чика. А размер мой ТЛ-ка вообще в идеале. 50-й. Сейчас капюшончик накинем. Капюшончик регулируется тоже по объему. Можно затянуть его. Вот тут вот люверсы по бокам. Так, такая курточка просто спортивного стиля. Легенькая, для бега подойдет. Для катания на велосипеде тоже. Но опять же, ребят, учтите, что не на сильный мороз. На легкий морозец. Так что всем, кому понравилась данная курточка, приходим в магазин Спортмастер и покупаем. Вот она. Все, ребята, всем пока, увидимся в следующих видео.